Ну а сейчас хочу передать слово директору организации, которая приняла в этом году полярные чтения, за что мы очень благодарны, Макарову Александру Сергеевичу, доктору географических наук, директору Государственного научного центра Арктический и Антарктический научно-исследовательский институт. Александр Сергеевич, вам слово. Добрый день, друзья. Я несколько слов скажу перед своим докладом. Действительно, когда мы начинали подготовку вот к этой конференции, мы, собственно, сразу, по-моему, да, после прошлой конференции уже с Павлом Анатольевичем обсудили возможность проведения вот, в 2020 году полярных чтений в Арктическом институте. Я очень благодарен. Да, мы подумали, что отлично будет провести полярное чтение в Арктическом институте накануне Дня полярника. Ну, вот у нас ситуация сложилась с пандемией, мы не можем встретиться лично, но можем пообщаться онлайн. И я очень благодарен Павлу, что он, в общем-то, не бросил идею проведения этих конференций, и даже вот в условиях пандемии мы ее проводим. Это искренняя вообще благодарность, и я очень рад, что мы это делаем. А хотелось бы несколько слов сказать об истории института. Уже говорили, да, у нас две даты важнейших в этом году. Это 100 лет со дня открытия Арктического института и 200 лет со дня открытия Антарктиды. Ну вот, коротко, основные вехи института я, наверное, представлю и скажу, да, можно дальше? Я могу сам листать? Давайте так, наверное. Ну, начиналось все достаточно интересно, да, там в институте, в котором сейчас работает больше 1000 человек, да, большое количество инфраструктуры в Арктике, в Антарктике, суда и станции полярные и все такое прочее, было сперва 12 человек, и открылась это как Северная промысловая экспедиция. Но из этих 12, там только 5, по-моему, были постоянными сотрудниками, а основные привлеченными. То есть, и это такой путь был пройден огромный и за очень короткий срок, да, потому что вот из этих 12 человек в 2020 году, да, институт вырос в огромную организацию, которая в 1937 году, можно следующий, да? В 1937 году, еще раз следующий, высадил, собственно, первую экспедицию дрейфующую на Северный полюс. Да? Это сложнейшее организационное мероприятие, и результат которого очень сложно переоценить. 40 дрейфующих станций всего было выполнено именно с грифом СП, вы знаете, да, и программа была свернута некоторое время назад, поскольку небезопасно стало высаживать уже людей на льду в ледовый лагерь, но тем не менее идея высокоширотных дрейфующих экспедиций, она никак не может быть оставлена, только развивается. В прошлом году была большая проведена работа, состоялась экспедиция Росгидромета Трансарктика 2019, и первым этапом которой было как раз дрейфующие работы в Северном океане, вымораживался судно Арктического института «Академик Трешников». Потом открылась международная обсерватория «Мозаика», которая продолжает работу прямо сейчас в Северном Ледовитом океане, и одновременно с этим на Адмиралтейских верфях строится ледостойкая самодвижущая платформа, которая, собственно, продолжит традицию высокоширотных дрейфующих исследований на совершенно новом организационном и, сказать, научном уровне. Да? И все это было придумано, заложено в институте в 1937 году. Здесь можно сказать, что мы определили, безусловно, ход развития
дрейфующих исследований высокоширотной Арктики. Ну, вот на этой схеме нанесены, скажем, треки экспедиций, ну, практически всю акваторию Северного Ледовитого океана эти экспедиции покрывают, и мы планируем, что платформа, которая начнет работать в ближайшие годы, будет дрейфовать, да, и будет работать в тесной связи с нашими сухопутными станциями. Это Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, это стационар ледовой базы Мазбаранова и обсерватория в поселке Тикси. Таким образом, у нас получится охватить единой программой научных исследований большую часть российской Арктики. Важнейшим этапом, конечно, развития и вообще жизни института это оказались годы войны. Многие сотрудники института и воевали, многие погибли. Для меня лично период войны, он просто каким-то таким является уникальным. Во-первых, крайне быстро осуществили эвакуацию института в Красноярск, да, ну, некоторое количество людей осталось в Петербурге работать. А что больше меня поразило, что во время войны продолжались защиты кандидатских диссертаций, и как бы вот именно научная составляющая деятельности института, она никак как бы не провисала. Понятное дело, что были задачи там по обеспечению северных конвоев, по ледовой разведке и все такое прочее, но вот именно тот факт, что в самое тяжелое время, во время войны, в эвакуации продолжались защиты. Ну, для меня это просто вот такой гимн какой-то мужеству, мотивации, и что ни, во что бы то ни стало, сказать, работа продолжалась и продолжается. После войны, конечно, следует отметить это формирование первого в мире опытового бассейна ледового еще в старом здании на Фонтанке. Значит, мы придумали этот бассейн, и сейчас в мире работает несколько таких бассейнов, и они гораздо более современные, чем, так сказать, у нас в Арктическом институте, но, тем не менее, сама идея и первая реализация была здесь, и отдел ледовых качеств судов продолжает активно работать, работает как с опытами в бассейне ледовыми, так и в натуре, проводит ледовые испытания судов, строящихся, и, в общем-то, можно сказать, что здесь он действительно тоже такую роль играет, ну, в каком-то смысле даже трендсеттера. Ну, дальше, конечно, это первая комплексная антарктическая экспедиция, да, старт работ в Антарктиде. И я хотел бы сказать, что тот успех, который Советский Союз, а сейчас Россия имеет в Антарктиде, да, у нас большее количество станций, и мирные мы открыли вот в 56-м году, да, в следующей САЕ уже и Восток открыли. Вот этот опыт позитивный, он, конечно, строится на очень тяжелых, долгих и в конечном итоге успешных работах в Арктике. Да? Это и первое СП, и обеспечение многих там, сказать, судовых, хозяйственных операций, и организация всесторонних научных исследований в Арктике. И именно благодаря этому накопленному достаточно тяжелому опыту, достаточно, так сказать, успешно прошла первая КАЭ и действует российская антарктическая экспедиция и сейчас. Да, в этом году проходит 65-я уже антарктическая экспедиция, которая, в общем, непрерывно осуществляет свою деятельность вот с момента старта в 56-м году. Ну вот, в 60-е годы институт был награжден
орденом Ленина, да, за успешное гидрометобеспечение операции на Севморпути. К этому моменту институт поменял уже свое название, собственно, и стал тем институтом, которым является сейчас институтом Арктики и Антарктики. Да. В 70-е годы, значит, начали мы бурение. Как вы знаете, оказалось, что станцию в Центральной Антарктиде мы, наши коллеги, основали именно над озером Восток. И это то, что можно сказать, научная интуиция или научное везение, как угодно. Да, что буквально там прошли по 3000 километров от берега, и если бы еще 10 километров прошли, то промахнулись бы, да, и не было бы станции над озером. Но повезло так, как повезло, и у нас появилась возможность осуществить один из важнейших научных проектов, я думаю, не только в Антарктиде, но и в мире в целом, да, это бурение под ледниковым озером Восток. Этот процесс длился очень долго, и проникновение состоялось в 2012 году, да. Соответственно, с 1994 года институт имеет статус государственного научного центра. В 2007-2008 году важно отметить работы института, связанные с проведением Международного полярного года. Конечно, именно в это время и дрейфующие станции активно работали, СП-36-37, и большая часть, так сказать, экспедиции были сконцентрированы именно в это время, которые планировались, там, сказать, провести, может быть, чуть-чуть до или чуть-чуть после. Но вот у нас большая концентрация работ прошла именно вот 2007-2008 год. Сейчас важным таким вызовом для института является это обеспечение гидрометбезопасности на трассе Севморпути. Вы знаете, что существует указ президентский, ну не указ, а, так сказать, поручение, да, согласно которому грузопоток должен вырасти на трассе до 80 миллионов тонн в год. И для, допустим, компаний, хозяйственных субъектов это большой вызов, как нарастить эти объемы. Для нас это огромный вызов, как обеспечить, допустим, круглогодичную навигацию на восток, да, при том, что, понятное дело, что ледовые условия меняются, количество льда уменьшается, но только в летний период, да, лето у нас всего там 2-3 месяца, и 9 месяцев на трассе в любом случае будут зимние условия, именно в восточном секторе. Для нас, как научной организации, это важнейший сейчас вызов обеспечить навигацию в восточном направлении для судов. За последние 10 лет в Арктике открылось 3 научных обсерватории, за которые отвечает институт. Это обсерватория в Тикси, в 2010 году, в 2013 заработала Барановка, и вот в 2016 году активно стал работать Российский научный центр на архипелаге Шпицберген, в котором консорциум является, которым работают 13 научных организаций российских, Росгидромета, Минприроды и Российской академии наук. Мы работаем по одной научной программе, больше 20 в ней мероприятий, и каждый год непрерывно мы проводим работу. Сейчас зимовщики наши на Шпицбергене и на других станциях остаются. Допустим, со снабжением проблем нет никаких, все живы-здоровы, но корректируются летние сезонные работы. Мы в таком объеме, к сожалению, не сможем в этом году поработать, поскольку вот все связано с пандемией и с невозможностью отправки людей туда и смены наших составов на станциях. Я уже сказал вот о экспедиции прошлого года Трансарктики. Я бы хотел еще раз коротко пройтись по ней. То получилось, что мы ее очень быстро организовали, за 2 месяца, буквально за 2,5, от
идеи до уже начала, до выхода судна из Петербурга. Всего 2.5 месяца прошло, да, и первый этап был академик Трешников, затем Сомов подхватил, так сказать, в июне, да, в конце мая, по-моему, там. И дальше Арктический университет плавучий сделали на Молчанове, и, пожалуй, самая такая важная, интересная была работа на Мультановском, когда состоялся рейс Владивосток, Мурманск-Владивосток. Выполнены основные океанографические разрезы в морях Российской Арктики. Мы хотели бы, чтобы эта экспедиция, которая возобновила мониторинг в арктических морей, продолжалась ежегодно, но пока это была, так сказать, единственная экспедиция, очень нужно, чтобы они продолжались и были ежегодными. Тогда ценность этих данных будет, так сказать, возрастать, поскольку у нас будет непрерывность их получения и возможность сравнения. Один из, это уже мы говорим о том, чему мы стремимся, чего мы хотим, да, один из таких важных проектов – это строительство ледостойкой платформы «Северный полюс». Немножко происходит корректировка сроков и задержка, поскольку вот в условиях, так сказать, пандемии там корректировка определенная, поставок оборудования и все такое прочее происходит. Но в ближайшие годы, это уверен, платформа будет завершена, и мы возобновим высокоширотные дрейфующие исследования у нас в Арктике уже совершенно на новом уровне, в безопасных, комфортных для полярников условиях. Одновременно с этим, это в Арктике, а в Антарктике сейчас ведутся работы по созданию нового зимовочного комплекса на станции «Восток». Леонид Викторович Михельсон, сказать, выступил с инициативой, с предложением такой комплекс построить, и совместно частно-государственное такое партнерство, да, получается, ведется строительство этого комплекса. Пока что все в графике, я надеюсь, что, сказать, очень быстро он будет завершен. Но и, пожалуй, самое важное – это забота о подрастающем нашем поколении. И, ну, вот на слайде это моя дочка, ей сейчас 6 лет. Она уже собирается, безусловно, в экспедицию и к медведям, и к пингвинам, и в Арктику, и в Антарктику. Но правда, без шуток, именно привлечение молодежи, работа со школьниками, со студентами уже более-менее мы научились работать, сейчас вот учимся работать со школьниками, я думаю, что уже и потом придется нам из детского сада профориентацию начинать. С каждым годом это будет все делать сложнее, но институт будет, так сказать, тратить большое время, силы и ресурсы на то, чтобы показать ребятам, что они могут реализовать себя в институте и вести очень интересный и насыщенный образ жизни. И вот эти все наши планы, про которые я говорил, и строительство новых станций в Антарктиде, и строительство ледостойкой платформы, да, это проекты, которые могут реализовываться 30-40 лет, именно научные. И без молодых ребят, конечно, это будет все просто невозможно. И вот я говорил о вызове обеспечения навигации по трассе Севморпути. Но я думаю, что важнейший, конечно, вызов – это привлечь ребят к изучению Арктики и Антарктики. Коллеги, спасибо большое за внимание. Доклад окончен. И я желаю всем очень продуктивной и насыщенной работы. Павел Анатольевич сказал, что опыт такой будет интересный. Я, в общем, полностью согласен. И я думаю, что конференция должна получиться. Желаю вам всего наилучшего, здоровья и хорошей работы на конференции. Спасибо большое. Большое спасибо, Александр Сергеевич. Действительно, работа с подрастающим поколением – это очень важное направление деятельности. Действительно, в этом году мы, пожалуй, первый раз столкнулись с таким общественным вызовом. Ну, у нас обычно конференция научная, научно-практическая, общественная. А в этом году нам просто... Ну, был поток желающих школьников выступить на конференции. Выяснилось, что последний год школьники выполняют большое количество... У них появилось в их образовательном курсе такое направление, как проект, выполнение проекта. Очень многие школьники
Санкт-Петербурга стали выполнять проекты, посвященные Арктике и Антарктике. Им нужно где-то отчитываться. Соответственно, вот буквально появился новый социальный запрос с выполненными проектами, необходимостью их представления. И мы в итоге все-таки приняли решение, что несколько докладов школьных мы заслушаем непосредственно на научной конференции. Но на самом деле, думаю, что даже мы это занесем в нашу резолюцию о том, что к таким ребятам не обязательно надо прикреплять научных сотрудников. Научных сотрудников ведущих институтов, чтобы у них был куратор свой собственный, чтобы они не только варились, собственно, соку своими, в том числе своими учителями, но имели выход на серьезную науку. Тогда появится преемственность и возможность их дальнейшего, у этих ребят дальнейших перспектив.